Що ж, дорогі друзі, ми продовжуємо нашу програму і до нашої студії вже завітали гості з Миколаївської філармонії обласної. У них вже 79-й концертний сезон, і ви, дорогі телеглядачі, маєте можливість сьогодні отримати два квиточки на концерт, який відбудеться 14 лютого. Отож, я хочу представити нашого гостя Олександр Добровольський, директор Миколаївської обласної філармонії. Вітаємо, вітаємо вас. Доброе утро. Я тоже рад приветствовать вас и всех зрителей сегодняшней программы. У нас в последние несколько лет очень активизировалось внимание ко Дню влюбленных. Все празднуют как могут, посылают валентинки, приглашают в кафе, рестораны своих любимых и, конечно же, не обходятся без музыки. И вот в прошлом году с большим успехом прошел концерт нашего эстрадного ансамбля Art Colors Band. В этом году они подготовили следующую программу, еще более интересную, потому что будут участвовать новые солисты, будет специальный гость из Англии, Стив Гловер, это блюз-роковый гитарист, и вот с Art Colors Band они исполнят несколько мировых хитов. Вот. А вообще, на перспективу, Стив Гловер готовит целую концертную программу, которая, я думаю, уже весной, в апреле, в мае будет показана нашим слушателям, зрителям постоянно. Смотрите, что интересного еще будет в этом концерте, и у нас есть еще видео, мы его просмотрим за предыдущий год. Да, значит, в этом концерте примут участие наши солисты и постоянные солисты филармонии, такие как Татьяна Масельская, Денис Мисанчук, Анна Корнеева, постоянная солистка Art Colors Band. И также сейчас с филармонией начала сотрудничать молодая солистка Екатерина Лебедева, очень подающая надежды. Вот, поэтому надеемся, что зрителям ее исполнение понравится. В программе песни на разных языках мира. Вот, поэтому, я думаю, все вкусы будут удовлетворены. Что ж, я предлагаю просмотреть видео из прошлогоднего концерта, чтобы наши телезрители могли знать, какой пример. Или освежить концерт в памяти. Да, пожалуйста. Ну что ж, давайте посмотрим. Украина!
Отож, дорогі друзі, ми продовжуємо. Нагадую вам, що у вас не так багато залишилося часу для того, щоб зателефонувати до нашої студії та отримати два квиточки на концерт, який відбудеться 14 лютого. Отож, телефонуйте за номерами, які ви бачите на екрані. Ну, а ми продовжуємо і знову ж таки надаємо слово вам. Я буквально пару слов хотел сказать о специфике ансамбля Art Colors Band. Дело в том, что состав его довольно нестандартный, то есть обычно привыкли гитара, бас, там, клавишные, ударные инструменты. Вот. Здесь состав более расширен с добавлением духовой группы и перкуссионных инструментов. И поэтому периодически получается так, что из-за того, что у нас нет своего помещения, мы все время в разных залах играем, очень сложно справиться с акустикой помещения, а поскольку нужно балансировать. Если, например, играет симфонический оркестр или камерный оркестр, там есть дирижер, который показывает, что ты играй тише, ты громче, то есть выделяет какие-то ключевые моменты. Для эстрадного коллектива сложность в том, что им друг друга практически, ну, у них есть мониторы, но они слышат просто сухой звук. Он отличается от того, который идет в зал. И поэтому звукооператор является тем ключевым звеном, который балансирует все звучание. Вот. Поэтому мы, конечно, в этот раз постараемся сделать максимально мягкий звук и удобоваримый для зрителя, потому что, конечно, духовые инструменты и все это в небольшом помещении. Напомню, что концерт проходит во Дворце культуры и управления внутренних дел, улица Большая Морская, 58. Начало в 14 часов, поэтому лучше приходить заранее, чтобы занять лучшие места, либо бронировать по телефонам, которые есть на сайте филармонии, и можно в справочнике найти. То есть, пожалуйста, звоните, приходите, всегда рады вас видеть. И на последующих концертах у нас в каждое воскресенье следующее будет проходить очередная программа. Очень интересные программы. Ну что ж, да, действительно, будем, конечно, спасибо вам за приглашение. Ну и, конечно же, завтра... А у вот, нас есть звеночек. Есть звеночек. Доброго ранку, витаем вас. Добрый день. Так, витаем вас, и представьтесь, будь ласка. Меня зовут Владимир Дмитриевич, я с удовольствием смотрю вашу передачу уже определенное время. Очень нравится ваша пара, ведущий. Спасибо вам за хорошее позитивное настроение. Спасибо большое вам, конечно, за комплименты. Так, нарвались на комплименты с самого утра. Ну, а вы, конечно же, получаете два билетика, но только к вам такой небольшой вопрос. Какой сезон сейчас уже в областной филармонии? Мне трудно сказать. Я получил поклонника филармонии 60-х годов. Мы вам небольшую подсказку сейчас сделаем. А сейчас, я думаю, это уже 60-70-е концерты. Ну, практически 79, да. 70-й вот точно вы где-то так вот рядышком, ну уже почти 80-й. Получаете два билетика, конечно же, оставайтесь на линии, запишут ваш номер телефона, мы после эфира сконтактируемся с вами и расскажем, как забрать билеты. Спасибо большое вам за то, что смотрите «Новый день». Вам величезно дякуємо за те, що завітали до нашої студії. Так, глядачам два білетки вручили, ну і, звичайно ж, проінформували, де можна провести гарно свої вихідні дні. А в нас, відчуваю, на жаль, ефірний час завершується, але я хочу сказати, що я не сумую, тому що вже завтра знову буду вітатися з телеглядачами. Так, дійсно, дорогі друзі, завтра ми також з вами, нашою парою, будемо говорити суто вже про День Святого Валентина, багато цікавих сюжетів про те, як можна прекрасно та цікаво в Миколаєві зізнатися у коханні своїй коханій дівчині, про те, як може хлопець, маючи 2 чи 5 гривень в кишені, подарувати подарунок, та багато іншого цікавого побачите вже завтра. З 8 до пів 11 ми разом з вами на телеканалі Миколаїв. Дякуємо вам. З вами була Інна Савійська та Віктор Дяченко. До наступних зустрічей. Ми вас любимо і до п'ятниці.